сліна сана, і кажу вас все, що цей усі спє, таку ночь самами у день. Схожать іду, аж десь грішно, одно веселье быть должно, все заботы точно должна помочь, позабыть его эту ночь. Сладость забвений, и горьких волнений, тайна продления светлых мгновений. В этом чистом, в этом лучистом, в этом искристом затопье за свершение наших желаний, за исполнение наших мечтаний. Верьте, верьте мне, друзья, юза наши улыбки, юза наши ошибки, юза юные наши года. Пью чертям всем на зло, за то, что всем нам повезло. Эту чашу пью за счастье наше, за огонь повзорок, за сердечный порок. Эту чашу пью за счастье наше, за веселье утро. Никита Бурцев. Не уходи, не уходи, подожди. Подожди, подожди. Друзья, вы знаете, приходят смс-ки из зала с таким текстом, чтоб так петь 10 лет учиться надо. Люди думают, под фонограмму поют. Под фонограмму думают, что поешь. А давай я докажу вам обратное. Я не знаю, ну это... люди могут врать на тон и фольклор, понимаешь? Поэтому... под ваши аплодисменты, Никита, просто... Друзья, а просто импровизация что-нибудь сейчас. Чтоб никто уже не сомневался. Сейчас надо подумать. Come che bella, più bella stasera, Mario. Splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Oggi di sono vicini, domani sarà. Oggi di sono vicino, perché sospirar non pensar. Parlami d'amore, Mario. Tutta la mia vita sei tu, gli occhi tuoi cuori non sopra più, fiami di sono scintillano, dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me, gli occhi tuoi cuor non soffra più. Parlami d'amore, ma прозвучала старинная неаполитанская песня «Что ж ты опустила глаза?». Это так? Да, да, это так. Друзья, когда Никита пришел в Каил, не умел петь, я хочу сказать, и кто еще думает, куда отдавать детей, друзья, только в Каил. Вот такие таланты у нас получаются к пятому курсу. Саша, вот честно сказать, вот такая эта песня у меня на патефоне, самая любимая.
Честно. Друзья, кто хочет послушать патефон, милости просим Сергея Евгеньевича.